Привет! Привет! Мы на канале My Day. И сегодня мы открываем куклы-капкейки. Это ароматные куколки-принцессы, да? Да. Трансформеры, которые превращаются туда и обратно из вкусных кексов в кукол. Да. Давай я покажу сначала вот эту, да? Покажем серию, покажем вкусы, запахи и все остальное. У нас, кстати, за капкейками есть сюрпризы. Но мы их откроем в конце, чтобы было кого знакомить и капкейкам было играть с кем. Вот тут, получается, у нас такие запахи и вкусы. Разные. Они шоколад, клубничка. А это сейчас ты покажешь, это же сюрприз. Клубничка, маракуйя, шоколад, разные запахи, виноград. И вот такая вот серия этих куколок, в которые они превращаются из кексиков, из этих, вот становятся такими принцессами. И обратно. Здесь огурчика. Да. А когда мы откроем все капкейки, у нас, Дашуля, разворачивай, что у нас сверху на капкейках? Опа! Следующий. Это шопкинсы. И наши принцессы пойдут делать шопинг, пойдут по магазинам, да? А в киндер-яичках должны попасться питомцы для этих куколок вкусно пахнущих. Так, Дашуль, давай начнем вот с этого или с любого начинай. Бери ножнички. Я хочу... этого. Давай, подай мне ножнички, я тебе помогу шопкинс отрезать от этой капкейка. Будь здорова, зайчик. Конечно, чихай. Так, шопкинс убираем в сторону. Пробуй открывать сама капкейка, я пока уберу все шопкинсы. Хорошо. Дашуля открывает капкейк. Какого цвета, дочь? Дай ножнички. Сейчас, секундочку, подожди. Какого цвета капкейк ты открываешь? Зеленого и белого. И малинового, и зеленого. Да? Вот наши шопкинсы будут ждать нас здесь. Капкейки здесь. Ну давай, начинай. Я ножницы. Убери киндеры, пожалуйста, возьми. Спасибо. Может, я немножко помогу тебе все-таки? Нет. Солнышко, давай я немножко помогу, потому что такая коробка. Она... Убери пока ножнички, положи. Вот, видишь, она вот так открывается. Интересным таким образом. Можно ты будешь? Доставай. А я... Доставай. Да. Первая кукла капкейк. Дочь, а тут вот в наборе еще попадаются вот такие расчесочки. К этой куколке расчесочка цветочек. Будем расчесывать ей волосики. А это шляпка. Вот правильно, Даша знает, как делать. Опа! Куколка. Ух ты, вот такая красивая. Да, я покажу ее поближе. Какая она красивая. И шляпа к ней. Волосики у нее коричневые. Она у нас шатенка. Мы ее будем расстегивать. Подожди, мы ее поставим сюда. Вот она. У нас какая красивая получилась. Можно ее расчесать. Не хочешь попробовать и расчесать? И шляпка к ней. И шляпка. Шляпки, кстати, будем одевать шляпку сейчас? Да. Давай. Вот так. О, вот какая. Ну что, я жду своих подружек, да. А понюхай ее, чем она пахнет, дочь? Чем? Не могу разобрать. Сейчас посмотрим. Да просто. Мне кажется, она пахнет. Она, наверное, пахнет лимоном, но чем-то таким вот. Что-то такое напоминает мне. Так, Дашуль, а ну, приступай. Кто там следующий? Какая у нас принцесса попадется нам следующей? Да. Вот такая расчесочка к ней попалась, к следующей, розовенькая. У нас прям расчески будут, смотри, на разные вкусы. Ага, подожди. Давай-ка, давай-ка. Давай. Она прям в шляпке. Это попалась прям в шляпке, интересно. Сейчас, подожди, да, я выверну. Красиво. Ой, я выверну. Ты выверну, ну пробуй. Пробуй, выворачивай. О, шляпка улетела. Вот такая красивая шляпка. С таким интересным человечком. Я думаю, он очень вкусненький был, но так понравилась ему принцесса, что он запрыгнул к ней на шляпку и остался там. Давай помогу немножко. Нет. Сама? Самостоятельная? Давай, Дашуля хочет сама разобраться с принцессой. Они на самом деле легко выворачиваются, трансформируются. Просто... О, головку повернем ей красиво. Да, я покажу, чем пахнет. Шоколадом. Шоколадом? Такая она красивая. Такая мама, шоколадом. Мама, понюхай. Ты уверена, что шоколадом? Да, понюхай.
Точно, она прям очень так ярко пахнет шоколадом, ни с чем не перепутаешь. Привет, я шоколадная принцесса. Держи. Ставь ее рядом с этой. Шляпку будем обдевать ей? Да. Давай. Опа. И я готова. Привет. И я готова. Приветики. Они потемались? Красивые, да? Сейчас я. Дай мне себя, вы не попалась расческа то ли листик, то ли закорючечка какая-то. Ну, красивая тоже расчесочка. Такие у нас расчесочки. Мама, открой, пожалуйста. Давай мы снимем шляпку. Вот такой капкейк. Классный. Его хочется скушать. Даш, чем пахнет? Пока не узнаю. Пока не. Откроем, давай. Мне кажется, ванилькой пахнет. Держи шляпка. Шляпка такая. Сейчас мы куколку, подожди, будем выворачивать. Даша сразу, оп, за волосики ее. Расправь ей платьишко красиво и понюхай ее. Как пахнет? Тоже жиковатым. Мне ванилькой. Я вот ее понюхала, а мне она больше пахнет ванилькой. Вот, красавица наша такая попалась. Одевай ей шляпу. Шляпа? А у нее она блондинка, дочь, ты заметила? Все куклы у нас брюнетки сегодня. Дай мне ее еще понюхать. Держи, нюхай. Одеваем ей шляпку? Да. Да, им жалко будет, а не с ним шляпку. Ой, ну красотки прям, ты посмотри, какие они классные. Им прям впору на бал. Оп, шляпками развернулись. Вид сзади. Не поймешь, то ли кексики, то ли куколки. Да? Старый, оставляй куколок. Теперь мы должны для них открыть что? Они у тебя идут играться в магазин? Стикисы, шопкинсы. Не будем их убирать, им же интересно, дочь, пусть они посмотрят. Все, давай, будем открывать шопкинсы, да? Красивые куколки. Открывать шопкинсы. Что, магнитами можно порезать, они не хорошо. Открывай. Ну-ка. Каждой кукле по яичку, по киндерочку. Видишь, мы хорошо принимаем гостей, мы всем дарим подарки, каждой куколке. Дашуль, а ты знаешь, как их... Кукочка еще на корзин. Ты знаешь, что вот эту куклу зовут, скорее всего, Сюзанна. Вот эту... Ой, тумбочка упала. Сейчас поднимем. Вот эту еще зеленую, дочь, зеленую зовут Дебби. Дебби? Да, зеленую куколку зовут Дебби. А оранжевую, вот эту, зовут Майя. Представляешь? Интересно. Сюзанна, Дебби и Майя. Так, что нам попалось в Шопкинсе? В Шопкинсе давай сначала для Сюзанны. Сюзанне даем корзину. Мама, их можно еще прятать? Конечно, они туда-сюда трансформируются. Они превращаются опять в кексики. Назад. Они хотят спать. Хотят спать? Давай их закроем. Ну, давай. Ну, подожди, а может мы им сначала покажем все шопкинсы, а потом их закроем? Смотри, это нам попалось, знаешь что? Я не могу понять. Это тумбочка? Тумбочка. Это полочка. Дашенька говорит, что это полочка, но я не уверена. Тумбочка. Ну. Так, клади ее в корзинку к Сюзанне. Открываем следующий шопкинс. Для кого? Для Майи. Следующий шопкинс для Майи. Ух ты, я хочу скорее посмотреть, что мне попалось. Сейчас, Майя, подожди. Сейчас Дашуля откроет. Давай этих, я уже маму зову. Этих, вот это будет звать София, а то... Ты хочешь, Майя, чтобы у каждой было свое имя, которое ты придумала? Да, и вот это Майя. Хорошо. Доставай, что нам там попало? Майя, хочу пить немножко. Я сейчас достану. Хорошо, я потерплю. Опять корзинка. Корзинка. Корзинка для Майи. И что в корзинке? Сейчас. Покажи, что это такое? Фонарик. Дочь, это не фонарик. Это игрушка. Это игрушка, но она почему-то металлическая. Я не понимаю, почему. Ну, клади ее в корзинку. Классная игрушка. У Майи в корзинке игрушка. Вот это Майя, давай. На, Майя. Так, и следующий шопкинс. Да, как ты назовешь эту девочку? А это? Дебби? Нет, это
а Софія, а це теж має. Хочу попробовать, смогут ли они держать корзинки. Смогут! Ух ты, смотри! У каждой куколки по корзинке. Они готовы идти на шоппинг. Почему? Они уже, ну, вернее, они не то, что даже готовы. Эти две уже, видимо, сходили куда-то. Ой! На рынок. Купили вкусности всяких для своих деток. Что там попалось? Опять полочка. Опять полочка. Ну ничего страшного, зато девчонки не подерутся. Вот такая опять сумочка, она во всех шопкинсах попадается, и опять такая полочка. Мы ее кладем в сумочку и отдаем. А потом они спать будут. Все, да. Они все покупили, все оставляем покупили. Себе по дому. Угу. Отправляем домой, а дома их же ждет, что ждет их дома? Киндерички. Сюрпризики, да? Здесь, значит, киндерички, серия у нас... Pets Palace. Смотрим? Это фиксики. Это не фиксики, потому что это диснеевские питомцы Pets Palace. Открываем? Пожалуйста. Ух ты, смотри, я не знаю, кто там попался. Смотри. Колечко. Колечко. А ну покажи. И цветочка. Колечко и цветочка. Ага. Цветочка будет питомцем этой куколки-блондиночки. Можно я уже в школе? Будет. Конечно, конечно. Это для меня, что ли? Да, это для тебя. Класс. А ты будешь нам потом угощать шоколадом? Да. А я так пахну шоколадом и очень люблю шоколад. Нет, это, по-моему, не это даже пахнет шоколадом, а вот это. Вкусно, да? Да, Витечка, это не пахнет. Не она. Вот это шоколад все-таки, ну, значит, я угадала. Да, это я. Давай. Смотрим дальше, зайка, что там. А я смотрю, пока вкладыш. А здесь попался питомец. Да, питомец для Барби. Зеркало. Вот он. Зеркало. Для принцессы в голубом платье с зеркалом. Давай соберем. Вот такой он красивый. И зеркало, я вам хочу сказать, приближенное к настоящему. Прям все очень реально так выполнено. Такая собачка. Да, да. Она красотка. А у нее даже корона. Пахну. А я чем пахну? Вот она такая. Хочу показать просто, какая она маленькая, красивая и приятненькая. Мяу-мяу-мяу. А я тогда чем пахну? А ты чем пахнешь? А ну дай понюхай. Ванилькой. Да, ванилькой. Очень вкусно пахнет. Ванилькой? Я люблю ванильку. У каждой принцессы нашей по питомцу получилось. А у этой блондиночки будет колечко. Ну, Дашенька немножечко поносит его и отдаст ей. А мой питомец? А твой питомец в колечке вот у тебя получился. Девчонки с тобой поделятся, они разрешат тебе поиграться и с их питомцами тоже, я думаю. Правда? Я тоже хочу себе питомца. Ну ничего, в следующий раз нам взять. Вот есть такая же собачка. Да, такая же собачка. Есть? Есть, мы найдем. У Дашеньки есть. Дашенька нам ту белую пандочку отдаст, которая нам попалась, хорошо? Ну что? Открыли мы классных сюрпризов много и говорим всем... Ставь лайк и подписывайся на канал My Day. Всем пока! Пока-пока! А куколки...